настоятеля хора епископа Саман Младешов и диаконов этого прихода. И также поздравляю общину, совет общины и всех вас, верующих, которые присутствуют. Все, которые сегодня находятся здесь, и все, которые по разным причинам не смогли пройти сегодня. Да будет эта обитель благословенна и источник благословения Господа Бога. И будет изобилен источником молитвы, благословения при благословении Матери нашей, блаженной Девы Марии, во имя которой освящен этот алтарь во славу Божию. Дабы она хранила этот приход, эту общину во все времена. И ее молитвами, чтобы мы были все сохранены и пребывали в безопасности. Я напоминал вам, что этот храм построен благодаря пожертвованию верующих в городе Москве. В 25 лет тому назад он впервые был освящен и открыт как действующий храм. В 1998 году этот храм был освящен впервые. Его святейшеством преснопамятным католикосом патриархом Мартином Денхельдом, благословенный его память. И он был построен благодаря труда и пожертвованиям всех освятителей России и в первую очередь освятителей в городе Москве. Сегодня, спустя 25 лет, с Божьей помощью, еще раз сегодня был освящен этот алтарь святой. И это знаменует собой целую четверть века истории этого благословенного прихода. И она является свидетельством, что Бог вас, сынов и дочерей нашей церкви. Этот святой алтарь был построен во славу Божию. И это было сделано для того, чтобы вы, как ассирийцы, не потеряли свою идентичность causar sintoma. Вы видите, как мы святым маслом помазания помазали алтарь различные его части. С песнопениями, с псалмами, со словословиями, с молитвами. И мы молились, чтобы Святой Дух дошел на весь святой алтарь. Так я от вас, верующие, требую, чтобы вы украсили этот храм своим верующим. Молитвами, постом. Веру в Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. С тем, чтобы вы никогда не оставляли этот дом. Присутствовали всегда на литургии. Для того, чтобы славилось имя Господа в первую очередь. И во вторую очередь, чтобы ваши молитвы, ваши прошения, просьбы были услышаны Господом. Я верю, что Матваря Пресвятая Дева Мария, она просит своего сына и молится, и просит его за всех христиан, и она также будет хранить и вас здесь, в этом благословенном крае. Просит Господа, чтобы Он установил мир в этой стране. В эти тяжелые времена, в которых человечество проходит сейчас на данном этапе, в особенности истинные христиане, которые сейчас проходят тяжелый период испытаний, чтобы была бы явлена наша вера и наша верность Иисусу Христу. Вы, возлюбленные чада, дети этой общины, сыны и дочери ее, ваши предки, в свое время пришли с востока, из гор Хагяри и из Урмы. В течение периода более 100 лет тому назад, а некоторые почти 200 лет тому назад. Но они никогда не оставляли свою веру в вашу веру. И вы, которые являетесь сынами, внуками и правнуками всех людей, я надеюсь, что и вы также будете твердо стоять в вашей вере. И никогда не оставите ее. И Господь Иисус Христос также верен нам, и Он также не оставит нас. Так как Он хранил нас в течение всех этих 2000 лет гонений, в которых мы пребываем. И Он еще раз спасет нас от наших врагов. Если мы будем истинными христианами, любящими Господа Бога, любящими друг друга, в любви к Иисусу Христу. Ему слава и честь во веки веков. Аминь. Да, он выступил если смотреть на этот период 25 лет отчаяния Бога, то это нет ничего. А вот с позиции человеческой жизни это все-таки значимый период жизни Ассирийской церкви. И за эти 25 лет нужно сказать, что эта церковь в честь Пресвятой Богородицы Девы Марии преображается, умножается постоянными прихожанами, как сказал его Святейший, сынами и дочерями Ассирийской церкви. Его Святейшество в своем слове очень правильно заметил, что наша церковь и наш народ имеют уже большую историю дружеских отношений. И эта история дружеских отношений глубоко уходит корнями в нашу историю. Мы, имеется в виду Ассирийской церкви и Русской православной церкви, пережили вместе и радости, и горе. Но мы конкретно должны помнить, Господь наш Иисус Христос в Священном Писании оставил такие слова: «Меня гнали, и вас будут гнать». И Церковь Христова, она всегда практически бывает гонима. Но мы не должны этого бояться, смущаться, унывать и отчаиваться. А мы должны знать и помнить по слову учителя церкви ранней христианской Тертуллиана, который говорил, что кровь мучеников – это и есть семя христианства. И, другими словами, чем больше гнали христиан, тем больше распространялось христианство по всей вселенной. Мне очень отрадно, дорогие братья и сестры, что на Святой Руси есть и находится приход Ассирийской церкви. И его Святейшество Арама в своем слове так и сказал, что благодаря этой церкви и этому приходу вы можете сохранить свою самоидентичность, вы можете сохранить свою веру, свой язык, культуру. И это очень важное событие. Я благодарю Бога, что с Божьей помощью построился храм. И сердечно благодарю всех благотворителей этого храма, все, которые имели прямое отношение к строительству этого храма. Я хотел бы еще раз поприветствовать его Святейшество, Святейшего Патриарха После Ассирийской церкви Востока, за то, что он нашел время и посетил Святую Русь, посетил этот приход, где вы вместе со Святейшим Патриархом вознесли молитвы Господу Богу нашему и Царице Небесной и Святой Богородице Деве Марии. Дай Бог, чтобы молитвами Пресвятой Богородицы Девы Марии Господь хранил нашу Святую Русь, Господь хранил этот приход, Господь хранил ваши семьи, ваших близких, родных. Пользуясь случаем, я хотел бы сугубо поблагодарить его Святейшество, Святейшего Марава, за то, что он безбоязненно и открыто поддерживает в это сложное время мы знаем, и мы святейшество тешит себя, путь ассирийской церкви Восточной, озвучил свою позицию и поддержал украинскую православную церковь. И мы знаем, что он обращался официально с письмами к властям